Челябинский завод металлоконструкции уже более 70 лет производит качественную продукцию для самых крупных строек России и зарубежья. Мы изготавливаем металлоконструкции для горнодобывающей, энергетической, нефтехимической отрасли, для строительства стадионов, спортивных комплексов, для строительства вокзалов и аэропортов. Меня зовут Алексей, работаю на Челябинском заводе металлоконструкции. Мой опыт работы с оборудованием Hypertherm более 3 лет. Для меня Hypertherm – это надежность, точность и простота в обслуживании. Качество резки Hypertherm как раз обеспечивает 100% точность сборки конструкций на монтаже. Меня зовут Андрей. Опыт работы с системами Hypertherm около 7 лет. На разных заводах, на разных машинах. Я считаю, что оригинальные расходные материалы лучше из-за лучшего качества резок. Меня зовут Серебренников Клементий. Я являюсь заместителем начальника цеха обработки металла АОЧЗМК. Использование расходных материалов Hypertherm для нас является большим преимуществом в плане качества. Мы постоянно совершенствуем, узнаем новые технологии компании Hypertherm, используем оригинальные расходные комплектующие и не имеем никаких проблем с качеством. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я заместитель начальника снабжения Челябинского завода металлоконструкции. На нашем предприятии мы используем 3 источника плазменной резки Hypertherm, HPR 260XD и один источник PowerMax 125 на труборезе. Мы их используем для раскроя листового металла, конструкционной стали, для резки трубы, фасонных изделий и изготовления готовых деталей. На нашем заводе оборудование с источниками плазменной резки мы применяем для получения качественных, точных резов, для того, чтобы уменьшить объем потенциального брака, для уменьшения необходимых работ по дополнительной мехобработке. Соответственно, для получения качественного точного реза на нашем предприятии мы применяем оригинальные расходные запчасти и расходные комплектующие источником Hypertherm. Почему мы это делаем? Сейчас на рынке приятное количество неоригинальных расходных материалов, которые также могут подойти к плазматронам данных источников. Но наш недавний негативный опыт подсказывает, что последствия для самих источников будут весьма неприятны. Плюс к этому точность реза. У оригинальных расходников точность реза все-таки выше.